Всем привет! Сегодня я готовлю без какого-либо рецепта. Просто покажу, что я сегодня приготовила на обед, на ужин. Тут у меня в мультиварке варится суп, щи со свежей капустой. А здесь тефтельки. Тефтельки, это которые у нас остались после приготовления. Тут мы делали фаршированный перец, голубцы. Вот остался фарш с бурым рисом, с репчатым луком. Здесь говяжий фарш, бурый рис, которые отварены до полуготовности, и сырой лук, соль, перец, все, больше здесь ничего нету. Я залила их обычной чистой водой, и они отвариваются до полной готовности. И сделаю два небольших гарнира, буквально, чтобы поесть на один раз. Они будут отдельно. Отдельно будет моему мужу диабетику и мне диетику, будто бы. Тефтели у нас покипели, они сварились. Сейчас буду делать соус. Соус я буду делать самый простой. У меня заготовка морковь и лук. Надо ее съедать. Вот осталась последняя баночка, поэтому я положу сюда соус. А загустим мы рисовой мукой. Ну, так как у нас и в тефтелях есть бурый рис, и загуститель также будет из муки бурого риса. Вот тут же покажу. Вот мука цельнозерновая, рисовая. Это как раз бурый рис. И вот одной столовой ложки нам вполне хватит. Съемки сегодня делаю на плите. Вот так мука разводится комочков. От нее нету, потому что нет глютена. Люди написали. Молодцы. Хорошо. Все, и опускаем. Так. Так. Сейчас 2 минутки покипит, даже меньше, и все, и отключаем. Так, а к тефтелям на гарнир мы сварим. Для себя я варю вот 4 картошины. Сделаю пюрешку. Мужу диабетику я сварю вот такие цельные макароны. Из макароны из цельнозерновой муки. Я всегда смотрю, сколько углеводов. Здесь углеводов 73 на 100 грамм. Значит, я возьму 50 грамм сухих. Это будет на 3 хе. Да, здесь в тефтелях будет там 2 хе, например. Вот, и вот будет обед где-то на 5 хе. Вот я взвесила 50 грамм. Ну, самое то будет на одно питание. Вот такой у нас красивый, вкусный, сытный обед получился. Макароны цельнозерновые у мужа диабетика, а у меня картофельное пюре. У меня уже здесь есть цельнозерновая крупа. Для моего желудка достаточно. И немножко мне мягкого надо. Если макароны есть, нужно. Или макароны с чем-то таким мягким. Чуть-чуть макарон мне можно. А Ильгизу очень даже. Очень даже. Это его норма. Здесь примерно 5 хе. Вот тут. Это на обед. А еще я сварила супчик. Вот просто с капустой, лук, морковь и голени куриные. Все, больше здесь ничего нет. Легкий этот супчик будет у нас сегодня на ужин. Ну и останется тут. Побольше получилось, потому что с капустой мало не сваришь. Никак. Все, всем пока-пока. Никаких рецептов я не дала. Может быть, кому-то что-то и напомнила. Всем добра и здоровья. И до новых встреч.